Мэрин, твои тату что-то значат? Да. Нам их делают матери, это знак нашей связи с шабашем. У джедаев есть похожий ритуал? Сборка меча помогает нам понять себя, силу и друг друга. Странно, что орден миротворцев основан на оружии. Я часто думаю об этом. Пора приземляться, давай сюда. Дело дрянь. С их-то защитой нашим обычным трюком не сработать. Я помогу. Каков твой план? Ритуал. Он скроет корабль. Наверное. Ритуал? Да, она в этом деле мастер. Что? Так-так, минутку, постой. Что для этого нужно? Нужна жертва. Твоя рука как раз подойдет. Стой, что? Я пошутила. Идите за мной. Дайте мне сил, сестры, мать, дайте мне сил. Эти ее штучки работают. Какие у нас шансы? Ставлю на тебя, парень. Пойдем, друг. Как будем внутри, я возьму на себя их защиту и собью их датчики, чтобы Богомол нас вытащил. А ты найди Голокрон. Зачем разделяться? Я чувствую жизнь каждого ребенка из списка на кону. Что бы ни случилось, что бы ты ни увидел, обо мне не думай, просто бери и уходи. Крепость уже рядом. Пора. Только послушай, как говорит. А так что? Нарушитель!
Кэл, ты там? Да. Рад тебя слышать, Сара. Я выяснила, где Голокрон. Принимай координаты. Принял. Идем дальше. Можешь открыть? Инквизиторов. Здесь они пытали Цера и склонили ко тьме Триллу. Разрушим все, Беди один. Закончил, но имперцы меня заперли. Идеи будут? Кэл, найди приборный отсек. Есть план. Кажется, я уже там. Впечатляет. Необходима энергия. Щиты на внешней стороне крепости. Затопи базу и плыви к центральной башне. Вот это задача. Удачи. Встретимся внутри. Понял. Пойдем, Беди. Выглядит не очень прочно. Купаемся, Беди. Держи. Thank you.
взглянуть?